На улице Силкина водительница Nissan Qashqai столкнулась с «Жигули». Женщина поворачивала налево и не уступила дорогу встречному автомобилю. В результате чего пассажир автомашины ВАЗ-2105 83 года рождения получил также телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Еще одна авария произошла на улице Курчатова. Водитель Kia Cerato при выезде с прилегающей территории не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ниссаном. От мощного удара Nissan Qashqai проехал еще несколько метров и задел третий автомобиль – ВАЗ-21093, который пропускал пешеходов. В результате ДТП травму получила водительница ВАЗа. После осмотра врачом ее отпустили домой. Виновник аварии скрылся. В отношении него сейчас возбуждено дело об административном правонарушении. То есть сейчас находится у нас в отделе по ИАЗу. Инспектор занимается по розыску. Вот. В отношении него уже будет дальше принимать административную меру воздействия. И если виновник аварии в скором времени не придет в полицию сам, его объявят в розыск. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.